Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские снайперы поднялись на пьедестал почета всероссийских соревнований. Тольяттинская «Мегалада» выиграла 4-й этап чемпионата России по мотогонкам на льду. Самарский сноубордист выиграл Кубок страны. Александр Анистратов выиграл Кубок России в сноуборд-кроссе в Миассе. Челябинской области он обошел серебряного призера Андрея Балдыкова из Красноярска. Третьим финишировал Филипп Киеницын из Ханты-Мансийска. В Уфе, Башкирия, прокатилась 4-я гонка командного чемпионата России по ледовому спидвею. Перед этим тольяттинская «Мегалада» выиграла 3-й этап соревнований. Даниил Иванов, Игорь Кононов и Никита Толокнов и в этот раз финишировали первыми и по сумме очков вышли в лидеры сезона. Хозяева турнира, уфимская команда, заняла 2-е место, бронза у столичного ЦСКА. В Ижевске на лично-командном первенстве России по стрельбе из пневматики и малокалиберного оружия самарские снайперы с олимпийских 50 метров лежа выбили 2 медали. Серебро у Евгения Ищенко. Мастер-международник проиграл всего лишь 2 очка победителю соревнований москвичу Тимуру Ахмеджанову. Бронзовая награда также у самарского мастера Артема Филиппова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.